К нам пришел, принес классную штуку. Видели такой? Рева Point, да? Рева Point сканер. А ну покажи вот так вот сбоку. Как фотоаппарат. Вообще, но он очень приятный в руке, такой тяжеловатый, прикольный. И он нам сейчас расскажет, как ему вообще понравилось, не понравилось, что это за штука. С тем, что ты имеешь опыт работы с другим сканером, да. От Yanstar, да? Да. Тут, например, то же самое AirScan мне больше понравился, чем RevoPoint. Ага. Как бы этот выиграет мобильностью, для того, что можешь выйти на улицу и сделать скан любой детали на любой поверхности, да? Угу. Дополняя точками вот этими, угу, можно большие поверхности сканировать, сдается там до 10 метров. Угу. Большой экран такой, угу, вот такой экран. А, ну давай попробуем какую-нибудь историю. Версия Pro, вот нажимаем ближнее сканирование, и вот начинает сканировать вот вверху. Расстояние показывает, самая верхняя строка, и начинает сканировать. Прикольно. Сколько такая штука может стоить? Ну, примерно. По рынке 2-2,5 евро, я смотрел. 2-2,5 евро. Ну, такая, да, прям не дешевая штуковина. Да. Да. Но мы, если я думаю, что у нас есть ребята, те, которым это могло бы быть интересно. И не к тому, что я говорю, что я могу привезти. Так что, если что, обращайтесь. Да. Заметно, что камеры все повернуты под углом. И у каждой камеры есть собственный даже диодик, видно, подсветки или какой-то истории. Ну, очень выглядит очень неплохо, да? Подсветочку попробуем включить. А, ну давай. Вот. Прям мощно. А, фигачит. Прикольно. Классная штука, на вид такая приятная прям. А, еще и монитор поворачиваем. Вообще. И, кстати, этой штукой можно сканировать людей. Смотри, меня уже можно отсканировать, уже все. Да, ну давай сейчас удалим, попробуем. Новый проект. Угу. С RGB камерой, да? Угу. Нет, уже цветное, да. Угу. Назад. Угу. И, о, смотри, уже рука отсканировала. В принципе, поехали. Смотри. Сейчас мы отсканируем ТикТок. Ну, в принципе, вот она, рука уже начинает браться в точку. Прикольно. Это тоже момент, чтобы не потерять, ага, вот, длину. Ага. Можно перейти на дальнее сканирование. Ну, в принципе, ага, вот сейчас тормознем. О, ну, смотри, прикольно. Уже кусочек руки уже взял. Да, да. Огонь. Не, ну вот это круто, конечно. Да. Сразу показательно, да, как работает. Прикольно. Лайк, подписка.